Всем привет, ребят. Хочу попробовать пройти, по возможности прохождения. Посмотрим. Ну что, поехали. Для начала нам, я обучение выключил, потому что они мне не нужны. Так, на полный привод нас попросили переключиться. Давай, вырубим. Да, зеркала работают, все хорошо. Ну и едем, я так помню, вышку нам надо открыть. Вон она впереди, ее отсюда видно. В общем, едем. Она вот здесь вот, возле заправки неподалеку. Ага, понятно. Кому интересно, может на паузу ставить, читать. Кому интересно. А мы движемся дальше. Впереди ОЗС, это хорошо. Нам не надо пока. Вот впереди вышка. Так, ну и поехали. Грузовик заберем. Так, здесь лесопилка. У нас там за рулем Сан Саныч сидит, наверное. Обнаружили мы новую машину. Эту глушим, а в эту пересаживаемся. Так, ну и по заданию, я как помню, нам нужно... Так, на вышку-то я нашел. Ну, я вышку нашел. Ну и блин. Я вас понял.
Давай назад. Найти наблюдательную вышку. Так я же ее нашел. Ну, они что, издеваются, да? Ладно. Обернемся, заберем эту вышку. Хрен на ней, да? Что это такое, Сан Саныч? Прозевал вышку, блин. Ну тут благо недалеко. Ладно, сейчас заедем. Давай, давай, налази. Вот, молодец. Так я же нашел. Ну, блин, ребят, ну, серьезно. Так, ладно, пускай он тогда тут стоит. Мы глушим. Заглушил, ну? А, все, заглушил, ручник. Все понятно. Давай сюда пересаживаемся. Вот. И берем задание там. Сразу у нас задание первое. Ремонт моста. Нам надо сейчас привезти металлблоки. Ну, в общем, поехали. Окей, хорошо. В общем, поехали. Берем металлоблоки. Везем. Ну, поехали. Ну, а потом за древесиной приедем. Два. Да, машины у нас еще не прокачаны. Ну, это все со временем улучшения и так далее. Нет, это не обнаружился, да? Ну ладно, сейчас. Мы грузим металлом плиты эти, да? Металлоблоки. Так, ну тут прицеп обнаружен. Может быть, сразу с той стороны задание взять. Ну, ладно, мы все равно еще сюда будем приезжать, так что поехали. У нас время поджимает. Все, погнали. Мы по дороге можем сейчас поручение взять. Здесь вот, например. Давайте его сразу возьмем. Ага, его еще нету. А как так? Ну ладно.
Давай заправимся тогда, чё ли. Ну, поехали. Дождик пошел. Ой-ой. Осторожней. Так, первый этап моста есть. Каркас собрали, да? Так, поехали за этим. За досками. Нам две доски надо привезти. Погнали. Вот благо недалеко. Ну как недалеко? Пол лаптя по карте. Угу. Сан Саныч все дороги уже знает, выучил почти. Так, сейчас подъедем, сразу прицеп обнаружим, чтобы нам опыт дали. Ну и загрузимся и поедем. А вот так можно же подъехать, наверное, да? Здесь просочиться. Ну да, заборы поваляем, но мы поехали. Заборы поваляли, но мы проехали. Ну тогда мы так вот, культурно подровняем. Ну как-то криво стоял, мне кажется. Пусть они его заново построят. Ну, поехали. Так, грузим доски. И поехали.
Так, привезли мы доски. Разгружаем. Вот, проложили нам дорогу. И даже асфальт. Мы же асфальт не привозили, а его сделали, да? Угу. Хорошо, да. Едем в гараж искать. Поехали. Гараж тут прям мост проезжаем. И дорога. Ну, она главная получается, потому что туда уходит ну, второстепенно, как бы. А тут всяко она главная идет. В общем, едем, ищем гараж. Ну, что там? Давай, 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 давай. Там ничего такого не было. Вот застрял. Малёха. Ну это ладно. Там вышку надо будет открывать, но это не на нем. Тем более не прокачанный. Ну это все в дальнейшем. Поехали. Едем в гараж. Искать вернее. Так, давайте вот этот прицеп сразу. Ну. Так сказать, активируем, да? Хорошо. Выезжаем отсюда. Давай, 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 давай. Давай, Сан Саныч, ты сможешь. Поехали. Так, там цистерна с бензином. Давайте ее тоже активируем. Так, ну и назад сразу. Хорошо, поехали. Так, ну вот он и гараж. Вот он и гараж. Так, хорошо. Гараж обнаружен. Так, заезжаем. Хорошо. Угу.
Ну, пойдем в Аляску просите, так, пожалуйста, поехали. Так. Угу. Вывести. Окей. Ну, поехали, кружочек, объедем. Так, магазин прицепов, это хорошо. Ну, просто сейчас кружок обдадим вот вокруг. Сан Саныч у нас. Стоп. Поехали. Так, на стоянку тебя. Карта мира. Переходим. Назад. Магазин. Ой, гараж. Так. Покидаем гараж. Заводим. Ну и едем освобождать вон того дяди. Из плена, так сказать, отремонтировать его. Надо. Ну, блин, откатил прицеп, ну. Поехали. Так. Проезжаем чуть-чуть. Тормозим. Ремонтировать вот этого дядю. Все. Так. И залить капелюшку бензина. Совсем чуть-чуть. Все. Хватит. Поехали. Развернемся. Сейчас прицеп здесь вот оставим. В сторонке она, по-моему, мешала, так сказать. Ну, где-то здесь. Да, колесо это она потом вернется. Ну и эту машину мы в гараж загоняем. Все, его на стоянку. Карта местности. Пересаживаемся мы вот в этот вот. Заводим. И заезжаем сразу в гараж. Так, по тюнингу движка нету, коробки передач пока что нету, машины само собой ничего нету, лебедки тоже, запасное колесо, шарнир, полный привод. Давай вот этот, наверное, установить. И модуль тебе надо, не платформу, а вот. Ставим тебе. Ну, это бесплатно, можно их сразу активировать, чтобы они были. Быстренько все это делаем, а покупаем себе платформу. Хорошо, все, выдвигаемся из гаража. Ну и на этом я серию закончу. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.